Такая же фрезеровка какая-то. Нихуя не такая же. Как такая? Вообще в разу. Ну, смотри, какой там борт. А здесь нет бортика. Значит, ну здесь диаметр нет. Какая разница? Диаметр, Санек. Вот смотри, вообще даже не цепляет. Вот вообще, там бортика нету. Это просто визуальный эффект такой, видишь? Визуально. А здесь прям? А здесь бортик. Ну, видишь, есть, да. Видишь бортик прям. На любой подделке, видишь бортик? Вот. Вот, видишь бортик? Ну да, внутри, здесь нет ничего. Внутри бортик такой. Блин, так, я даже проходит? Не знал про такие темы. Ну, нет, так фиг, да, я понял, да. И все, и вот оно тебе. Это, слушай, это, а разница в ценнике же нет. Просто много подделок. Два раза дешевле. А, есть, да, все-таки конечно, разница в ценнике. Конечно, есть. То есть, ну, типа, не, ну просто обидно, когда тебя впаривают то же самое, как бы, ну, по цене того нет, же. Ну, естественно, если ты не сантехник, просто заказчик, это, да, ты пришел, тебе дали подделку за 500 рублей, грубо говоря. Это из той же серии, что и открывать, закрывать полностью шаровый кран, да? Не понял. Шаровый кран нельзя наполовину открывать. Нельзя, конечно. Потому что вот как раз из-за не только из-за этого. А из-за чего? За углом, за этим шаром, там образуется угол такой, нет, слепой, так называемый. И за ним постоянно образуется какое-то завихрение и выработка. Нет, идет. Ну я тебе говорю, то есть пузырьки разрываются и... Да, выработка это ерунда, то есть он у тебя... Зачем тебе его наполовину закрывать, то есть давление он тебя будет пропускать, то же самое. То есть пропускная способность у него будет меньше, и на шар накиснет. Просто некоторые пытаются шаровым краном отрегулировать давление, а не надо. Давление ты никак не отрегулируешь. То есть, а вот этой штукой можно? Ну, то есть, прижимным. Прижимным. Вот таким, ну, коллектор, вот он коллектор. Нет, это ты тоже, это пропускная способность. И все, регулировать ты можешь только вот этим регулятором давления. Все, только им, только он пропускает определенные бары, то есть давление. А это ты можешь прикрыть, открыть, пропускную способность ты можешь отрегулировать. Все. Смотри аккуратно. Ты никогда не прижимала руки? Не очень, я думал, нет. Ну, смотри. Я, короче, видел это самое, фотографии, вот здесь, когда вот пальцы. Здесь лежало. Да. Ключи, короче, дай, думаю, еду на форум. Вот это вообще опаснейшая вещь. Ключи, блядь, пиздец. Я раз в электричке чуть не уехал. Забрал ее у чувака, привез мне и купил. Положил в карман, с метро выхожу, понял, что. И иду, она уже трогается, и я приклеиваюсь просто прям карманом вот так, в жесткую, и я понимаю, что я не могу просто так оторвать, я его вот так двумя руками, прям бах оттуда. Повезло, да? И все, и такой прям, ну так реально метро, прям метро опустило. Очко, жестко, такой идея, да. Медведь такой прилипший к вагону. А был еще, братан купил два магнита на ХВС, ГВС, да? Мы их приклеили между собой, в конечном итоге двумя струбцинами зажимали, и вдвоем в разрыв делали, то есть в разлом вот так вот. По-другому вообще без никак. Вариантов. Там, нет. Ну, они а чье это домино? 200 килограмм. Неймана. Нейман, наверное, да, Сэмбер. Кто еще может? А где само домино? А он сам досочки эти привез? Наверное. Да не здесь все это есть, и домино есть. Все. Да здесь инструменты, я тебе говорю. А вот, Санек, ты еще не видел, поддельная труба Рихао. Ну давай, опа, давай. Смотри, то есть смотри. Вот тебе маркировочка, Рихао, все дела. То есть все абсолютно то же самое, то есть ты никак не определишь. Ну. А видишь, какая херня? Ух ты, елки. Это при развальцовке? Да, это при развальцовке. То есть, да. И, короче, легко отдирается. Достань этот. Где развальцовочка-то сам? Вон, он внизу. Бля, у меня электрический сломался. Сейчас, подожди. Сломался? Вот, посмотри, Кристина. А что ты мелкий не брал? Только при развальцовке можно определить. Вот так вот на глаз ты никак нет. Даже я не определю. Никак. То есть единственное, я закономерно заметил. У тебя аккумуляторная развальцовка сломалась? Да, у нее, короче, там шток выходит. И смысл в том, что вот именно когда ты развальцевал, он назад не уходит. Вот у меня три раза такая херня была. Лечили. То есть берешь его, развальцевал, потом оттуда вытаскиваешь там кое-как. Давишь. Шток уходит. Сдал, поменяли без проблем, все. Да, это. А ты где покупал? В Стелле? В Стелле, да. Ну там все без проблем. Это 14-я труба. Это 16-я. 14-й трубы нету. Стабила. 16-й нету. Башкой правильную сюда, правильно? Да. Все правильно. Оп. Ну да, видать. Охренеть. Уже. Оп, пошла. Охренеть. Все. Она сразу же, видишь? Видишь, какая она. Вот. Но потом она когда начинает сжиматься, то есть клей настолько хреновый, вот он даже видно, видишь? Расслаивается. Да, то есть начинает пекс сжиматься, я уж не знаю, что за пекс они там применяют, а алюминий... Металл остается, остается, да. И он отклеит. А вот натуральная труба, то есть вот натуральную трубу ты можешь сделать.
и ты почувствуешь, да, разницу. Леха, отрежь, отрежь вот натуральные трубы, и мы сейчас развальцуем, и разницу почувствуешь. Давай. Кстати, ножницы эти зеленые, которые для 20 и 16, вообще офигенные, на раз какой-то. Да-да-да, проворачивай, проверни чуть-чуть. А их и цвет еще, смотри, цвет различается таким образом, видишь? Да, это какой-то побелел, а этот синева такой, а немножко. А что калибровочка такая? Ну-ка дай-ка мне это самое. Саша, дай мне, пожалуйста. Прошу. Да это просто, ну, да просто, да. Я понял, я тебя понял. Так, сейчас это, вот это такая штука. А никак ты не определишь. Это оригинал. Да? Оригинал. Да. Единственное, видишь, подстирается, может быть, это надпись. От, от первого расширения до конца, до конца делать не надо. Когда жмешь, сразу до конца не надо. На чуть-чуть, потом повернул до конца. Ну, понял, это нормально. Давай теперь ту трубу. А то я по новому ролик снимаю. Да, вот, вот поддельная труба, вот сюда. Да. Леш, блестень. Вот, сейчас будем проводить. Да, поддельная труба. Ее... Вот именно за такими вещами мы и приезжаем на данные мероприятия, потому как, ну, только опыт мастеров других может позволить нам самим стать опытнее.